Наша сегодняшняя лекция посвящена спутнице Земли Луне. Тема «Вода сухой Луны». А у нас в гостях наш лектор сегодня, президент Международной ассоциации планетных наук, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий отделом исследований Луны и планет ГАИШ МГУ Шевченко Владислав Владимирович. Просим на сцену, встречаем и предоставляем слово для вступительной речи Владиславу Владимировичу. Пожалуйста. Добрый вечер. Очень приятно видеть, что полный зал интересуется Луной. Хочу сказать, что вот, ну не в этом зале, еще в старом планетарии я много лет читал лекции, в том числе и о Луне, и все время говорил слушателям, убеждал слушателей, что Луна не имеет атмосферы, не имеет гидросферы, что она безводна, что моря – это чисто условные названия и так далее, и так далее. Но вот прошли какие-то годы, и сегодня я хочу вам рассказать, что такое вода на Луне. Ну, это настолько необычная тема, что я бы приравнял ее к какому-нибудь астрономическому детективу. Потому что из года в год вот шли открытия, которые вроде бы появлялись, потом закрывались, открывались, закрывались и так далее, до тех пор, пока в конце концов, вот самые последние годы, мы не убедились в том, что на Луне в определенных участках, не везде, существует водный лед. Но это еще не все. Самое интересное – это откуда этот лед появился на действительно изначально безводной Луне. Ну вот об этом мы и поговорим. До встречи. Итак, начинаем говорить о сухой Луне, на которой вдруг обнаружилась вода. Водные термины на Луне существовали издавна. Еще на картах, которые составлялись по наблюдениям невооруженным глазом, появились обозначения темных областей морями. Ну, а когда началась телескопическая эра наблюдений, то вот такие карты, как одна из первых, составленная для книги Джованни Батиста Риччоли, профессора философии, теологии, астрономии в Болонье, уже показывала и океан бурь, и другие нынче нам известные моря, такие как ясности, спокойствие, кризисов и так далее. Мне не удалось, вот признаюсь честно, найти первоисточник. Почему на Луне вдруг темные образования стали называться морями? Наверное, это шло от Аристотеля, который считал, что Луна, так же как, ну, Аристотель, его ученики, его школа, считали, что Луна, так же как и Земля, является таким же телом, не таким же планетным телом, ну а если это такое же тело, естественно, на нем могли быть и суша, и вода. Но так или иначе, уже Галилей и его современники, которые стали пользоваться телескопами для наблюдений, смогли убедиться, что темные области не являются водными поверхностями, на них есть свои детали рельефа, которые, конечно, никак не связаны с существованием водных пространств. Но вернемся в наши дни. И где-то, наверное, во второй половине прошлого века появились идеи, что все-таки на Луне можно найти воду, ну, конечно, в замерзшем состоянии, в виде льда, именно в полярных областях. Ось вращения Луны почти перпендикулярна плоскости эклиптики, поэтому на полюсе солнечные лучи двигаются как бы вдоль поверхности. При любом положении Солнца, или в полдень, или
произвольно над горизонтом. И поэтому даже небольшие углубления, а кратеров на Луне и в полярных областях хватает, попадают в область так называемых холодных ловушек, где существует постоянно затененная область. Ну и здесь, конечно, в этой области температуры оказываются очень низкими. Уже в наше время спутники измерили, ну, чрезвычайно низкие температуры, доходящие там до минус 230-240 градусов по Цельсию. И при таких низких температурах можно предположить, что если бы в лунную среду попадали какие-то газовые отложения, ну, специалисты называют их летучими, то они могли вмораживаться в поверхностный слой и сохраняться. Почему именно такие небольшие отложения существуют на Луне? Ну, как известно, Луна в 81 раз по массе меньше, чем наша Земля. Поэтому сила тяжести на Луне в 6 раз меньше. Соответственно, если газовые какие-то образования и образуются на лунной поверхности, они полностью рассеиваются в окружающем космическом пространстве. И только в полярных областях, в холодных ловушках, низкотемпературные отложения могут служить нам примерами такого необычного вещества. Ну, а уже в наши дни, буквально последние годы, были получены не только теоретические, но и практические подтверждения того, что это может быть. Вот съемка с орбиты полярной области, северной полярной области, внутри которой обнаружено достаточно много таких кратеров, которые являются, как здесь написано, аномальными. Почему они являются аномальными? Радиосигнал от этих кратеров похож на отраженный радиосигнал от ледяной поверхности. Поэтому были сделаны предположения, что внутри находится вещество, похожее на лед. Следующий шаг в этом направлении был сделан на спутнике, который и сейчас вращается вокруг Луны, лунный аппарат ЛРО. На нем находится прибор LAND, это Lunar Exploration Newton Detector, измеряющий потоки нейтронов. Построен этот аппарат был в Институте космических исследований Российской академии наук. И по интенсивности потока нейтронов определяет содержание водорода в грунте. В частности, была выделена область в кратере, это тоже полярный кратер, в кратере Кабео, вот здесь эта область выделена, где оказалось, ну, по оценкам данного прибора, должно было быть большое скопление льда. Ну, если прибор LAND показывал, что содержание водяного льда может составлять от 4 до 5% по массе, то вот в этой области было обнаружено уже большее количество вещества, но другим экспериментом. Это был ударный эксперимент, называемый L-CROSS. Он состоял из того, что последняя ступень ракеты-носителя падала на Луну, образовывала ударное облако, а следующий за ней аппарат это облако исследовал. Ну, вот так выглядит этот ударник, последняя ступень ракеты-носителя «Атлас-5», «Центавр». Сухая масса при падении Луны больше 2 тонн, и скорость при ударе о лунную поверхность составляла 2,5 километра в секунду. Таким образом,
эта ракета была направлена вот в данную точку кратера Кобео. Ну и здесь я еще привожу коллектив учреждений астрономических и космических коллективов, которые в этом участвовали. Здесь можно видеть Институт космических исследований, Институт ядерной физики в Дубне, наш институт, Государственный астрономический институт имени Штернберга и ряд американских организаций. Вот аппарат, который, как я сказал, следовал за ударником, производил съемку и увидел, что действительно при ударе появилось такое облако. Ну, здесь масштабное, вы видите, масштабный отрезок показывает, что поперечник этого облака составлял довольно большую величину, порядка 10 километров. Ну, а спектральные приборы, находящиеся на борту этого аппарата, исследовали, из чего же состоит это облако. Ну, предварительно считалось, что структура облака будет следующей. Осколки породы, которые при ударе, естественно, возникают и разбрасываются. А дальше, если в этом месте действительно есть замерзшие газы, есть вода, есть лед, то появляются вот пары воды, которые в верхних слоях под воздействием солнечного ультрафиолета формируют соединение OH, и это соединение хорошо отражается на получаемых спектрах. Ну и действительно, в облаке мы можем видеть в спектрах этого облака мы смогли увидеть вот эти следы OH. Вот спектры, полученные с космического аппарата по времени. После одной секунды, через одну секунду после взрыва, ну, здесь вы видите фактически шумы и больше ничего. Но дальше начинают появляться уже такие структуры спектра, которые можно расшифровать. Ну, в результате специалисты пришли к выводу, что в этом облаке оказалось 155 килограммов водяного пара, что означает, что в лунном грунте по массе присутствует 5,6% водяного льда. Ну, это, с одной стороны, подтверждает, с другой стороны, уточняет тот результат, который был получен прибором LEND. Но более интересное вот для нас, как для астрономов, оказалось вот какая особенность этих спектров. Кроме воды, в них можно было проследить следы других химических соединений, которые прежде всего характерны для состава кометного вещества. То есть не просто вода была в данном случае, а это было кометное вещество. Попробуем оценить, насколько велики запасы так называемых летучих, находящихся в замерзшем состоянии на лунной поверхности. Падение ударника Эл-Кросс образовало кратер диаметром порядка 28 метров и глубиной около 5 метров. Вот в этом, собственно, объеме и содержалось 155 килограммов водного льда. Дальше мы попытались проследить, что вообще, какое распространение может иметь это вещество внутри кратера Кобео, внутри всего кратера Кобео. Вот здесь маленький кружочек показывает область исследованную. Но кроме этой области, вот мы наблюдаем холодные ловушки, то есть низкотемпературные области, где температура поверхности ниже 110 кельвинов, и
площадь вот этих ловушек холодных внутри одного кратера составляет где-то 530 квадратных километров. Ну а далее, если полученные нами данные для одного участка распространить на весь кратер, то оказывается, что лишь в одном только кратере Кабео присутствует 18 тысяч тонн водного льда. Согласитесь, что это уже очень немало. Тем более, что кратер Кабео – это не единственный кратер, в котором прослеживаются следы замерзших летучек. Следующий вопрос, который перед нами встает, соответственно, откуда же такое большое количество водного льда или других замерзших газов обнаруживается на сухой Луне? Ну, прежде всего, конечно, мы можем говорить о кометах, поскольку и в спектральных данных, полученных при ударном эксперименте, мы нашли следы комет. Ну и логически рассуждая, если Луна сухая, изнутри не может появиться какое-то количество воды, а вот внешний источник, он оказывается единственным. Ну а перебирая все остальные тела в планетной системе, конечно, прежде всего мы останавливаемся на кометах, которые, как известно, ну, иногда так говорят, что ядро кометы – это грязный снежок. То есть это в основном лед, углекислота, другие замерзшие газы и вкрапленные в них твердые частицы. Но насколько можно говорить уверенно о том, что кометы падают на Луну? Вот одно из свидетельств. Вы видите совсем необычные диффузные образования, которые находятся, ну, и в море мечты, и в море краевом, и в других местах. Но согласитесь, что они очень не похожи на типичные детали, которые мы на Луне наблюдаем. Тем более, что эти образования, они плоские, у них нет рельефа. Это просто как бы нарисовано яркой краской на лунной поверхности. Ну, а их сами вот такие диффузные формы также характерны, по-видимому, для того, когда с Луной встречается какое-то газовое вещество, газовая среда. Недаром англоязычный термин этих образований является «swirls». А «swirls» по-английски – это клубы дыма и вообще что-то, нечто клубящееся. Ну и обратите внимание, что это не маленькие детали. Вот масштабная линейка, так 5 километров. Так что тут многие, если брать в целом, то многие десятки километров. Дальше очень интересное – характеристика этих объектов. На видимой стороне Луны есть такое образование, которое называется Рейнер-гамма. Ну, оно находится рядом с кратером Рейнер, отсюда и название Рейнер и плюс гамма. Ну, это тоже диффузное образование, это тоже swirls. Достаточно большое, вот поперечник в этом направлении составляет порядка 100 километров. Ну, а если мы возьмем радиолокационное изображение этой области, ну, в данном случае изображение получено на длине волны 13 сантиметров, ну, известной системой радиоастрономической Аресибо-Гринбелг, с разрешением очень высоким на поверхности 20 метров, то, как вы видите, Рейнер-гамма пропала. Рейнер есть, другие детали есть, а Рейнер-гамма, которое должно быть в этом, вот в этой области, ее нет. Ну, что это значит? Обычно проницаемость, ну, в данном случае радиолокационного сигнала, считается, ну, где-то 10 длин волн. То есть, если мы 13 сантиметров умножим на 10,
то получим где-то 1 метр. И глубже, вот до 1 метра, никаких следов Рейнер-гаммы нет. То есть это чисто поверхностное образование, не уходящее куда-то в недры. Ну, соответственно, можем заключить вполне логично, что это образование не из недр пришло, не из глубины, а вот оно возникло в результате какого-то внешнего воздействия. Ну, вот я считаю, что это еще одно указание на то, что на Луну падают кометы и оставляют свои следы. Очень интересна загадка так называемого бассейна «Южный полюс Эйткин», который является наиболее крупным кольцевым образованием не только на Луне, но и во всей Солнечной системе. В настоящее время мы уже исследовали поверхности планеты, спутников, для того, чтобы вот таких образований не заметить. Мы знаем все наперечет эти крупные образования, и оказалось, что самое крупное – это образование на Луне. Но до сих пор эта кольцевая структура не имеет собственного имени, и так называется Южный полюс и кратер Эйткин, вот между двумя этими точками на Луне. Ну, здесь мы видим, как альбедные, яркостные характеристики это образование выявляют, а здесь это карта высот, где красными тонами, красно-желтыми тонами возвышенности обозначены, ну а соответственно синим тоном это низины. Вот это кольцевое образование имеет свою глубину. Но если мы сравним, скажем, распределение внутри этого образования железа в поверхностном слое, то мы получим вот такую структуру вложенных как бы друг в друга окружностей, но с явно смещенным центром. То же самое подтверждается и при анализе тория. Это общая картина. И вот, как вы видите, что получается при оконтуривании распространения этого химического элемента в поверхностном слое. Следующая необычная для данного бассейна характеристика. Ну, здесь зависимость диаметра впадин на Луне и глубины экскавации, то есть глубины, с которой были произведены выбросы. Ну, вот в левой части явно заметно, что все наиболее крупные образования, ну, где-то до 500 километров диаметром, они подчиняются строго одной и той же зависимости. А вот образование Южный полюс Эйткин, оно находится вот здесь. Ну, по разным, это касается одного и того же образования, просто разные оценки диаметра, немножко больше 2000 километров, но мы в свое время померили, оказалось, что больше, чем 2500 километров. Но суть не в том, что они различаются, это может быть погрешность измерения, а суть в том, что вот этот ударник, это деталь, которая касается образования кольцевой структуры, резко отличается от типичных для Луны. Ну, таким образом, мы можем высказать какие-то соображения относительно ударника, который сформировал эту крупнейшую в Солнечной системе кольцевую структуру. Во-первых, ударник, как можно судить по смещению вот этих колец, он падал почти перпендикулярно, по траектории почти перпендикулярной плоскости эклиптики, что для обычных комет необычно, извините за тавтологию, поскольку такие кометы, ну, как комета Галлея, уже мною упоминавшаяся, они все движутся в плоскости эклиптики. Этот ударник шел
совсем необычно. Ну и, наконец, вот показанный мною график отношения глубины к диаметру явно говорит о том, что ударник имел очень низкую плотность. Это не камень, как можно ожидать. Это не лед, а это очень рыхлое вещество. Ну, прежде всего, конечно, мы можем указать на комету, ядро которых имеет очень низкую плотность. Ну и таким образом вывод, что самый крупный кольцевой бассейн в Солнечной системе, находящийся на Луне, также мог быть образован падением гигантской кометы. Ну а далее, что за гигантские кометы посещали нашу область, внутреннюю область Солнечной системы, что мы о них знаем? Ну, очень ярким представителем является комета Хейла-Боппа. По разным оценкам, ядро, поперечник ядра этой кометы составляло 45 километров. Ну, напомню, опять же, вот я все время беру как типичную комету Галлея, у нее диаметр ядра где-то 10-15 километров. Ну, если взять вот этот поперечник, даже при очень малой плотности, которая известна, масса ядра все равно составляла порядка 500 миллиардов тонн. Вот если на Луну падали такие кометы, то какое-то количество их и могло обеспечить предполагаемое количество воды в полярных областях. Здесь, если вот оценивать эти данные, следует учесть параметр времени. Значит, бассейн Южный полюс Эйткин образовался 4 миллиарда лет назад, по всем оценкам. То есть, если мы берем период, в котором вот предполагаемые гипотетические источники кометного вещества падали на Луну, ну, это, по крайней мере, 4 миллиарда лет назад. Ну, а что мы знаем, как часто падают эти гигантские кометы? Ну, сначала посмотрим еще раз, насколько может, какое количество вещества может образоваться при падении, скажем, одной такой кометы, как комета Хейл-Боб, наблюдавшаяся в 1997 году во внутренней части Солнечной системы. Моделирование показывает, что в лунную среду, ну, моделирование взрывного механизма, когда вот такое тело падает на Луну и происходит взрыв, что в лунной среде остается примерно 0,1% от всей массы кометного вещества. Остальное под воздействием взрывных сил рассеивается в окружающем пространстве. Но даже и при такой небольшой относительно величине, при падении, скажем, нескольких десятков, почему я считаю нескольких десятков, а 4 миллиарда лет, ведь мы считаем время, да? На каждый квадратный километр лунной поверхности придется до 50 тысяч тонн кометного вещества. Конечно, в областях, близких к экватору и в средних широтах, под воздействием солнечных лучей, во время дневного времени лунных суток, это вещество, которое выпало на лунную поверхность, исчезнет. Но вот в холодных ловушках полярных кратеров, вот здесь оно уже останется и, по-видимому, навсегда. Ну, на вопрос, как часто появляются гигантские кометы, точной статистики за 4 миллиарда лет, конечно, мы иметь не можем, только вот какие-то отдельные следы. Ну, а то, что наблюдалось за время наблюдений, ну, например, во многих свидетельствах осталась гигантская комета
1680 года, которая была видна не только ночью, но даже и днем, настолько она была велика. Ну, уже известная нам комета Хейл, в смысле упоминаемая здесь в лекции, комета Хейла-Боппа, 97-й год. И далее, в этом году, в ноябре месяце, ожидается еще одна гигантская комета. Сейчас она носит условное имя Исон или Айсон. Вот как она могла бы выглядеть, ну, наверное, так будет выглядеть в ноябре 2013 года в наших широтах. Ну, по некоторым оценкам говорят, что, наверное, ее ядро по яркости будет даже превышать яркость полной Луны. Эта комета пройдет очень близко от Солнца, ну, по тем данным, которые сейчас существуют для расчета ее орбиты. И таким образом, ну, с одной стороны, будет очень яркой, а с другой стороны, может даже и исчезнуть, поскольку, находясь близко к Солнцу, не выдержит температуры нагрева. Интересный момент в связи с появлением этой кометы. Вот при пересечении уровня орбиты Марса она пройдет недалеко от положения, от того положения вот на декабрь этого года, где будет Марс находиться на своей орбите. И поэтому наблюдатели выдвинули предположение понаблюдать эту комету с Марса. Благо, что известный марсоход Curiosity, который сейчас активно работает на марсианской поверхности, может провести эти наблюдения. И тогда вот такая картина, возможно, будет получена с поверхности Марса. Комета Айсон, наша Земля, ну и марсианское небо. Вот таким образом мы видим, что, ну, не сказать, чтобы редко посещали гигантские кометы нашу внутреннюю часть Солнечной системы. За небольшой сравнительно промежуток времени, ну, по сравнению с 4 миллиардами лет, мы уже вот насчитываем где-то там десяток крупных комет. Ну, откуда приходят гигантские кометы? Я уже говорил, что особенностью их полета является то, что траектория расположена перпендикулярно плоскости эклиптики. Ну, это вот для кометы Хейла-Боппа рисунок есть. Вот тоже эта картинка соответствует тому, как было рассчитано, ну, правда, по небольшому участку наблюдаемой траектории, вся орбита кометы Хейла-Боппа. Она уходит, как видно из этой схемы, уходит в облако Аорта. Вот здесь орбита Нептуна, дальше пояс Койпера, и вот полностью, если воспроизвести путь кометы Хейла-Боппа, то противоположная от сближения Солнца точка находится в облаке Аорта. Ну, я напомню, что такое облако Аорта для слушателей, которые, может быть, не вникали в эту проблему. Ну, прямых наблюдений объектов, вот так находящихся в облаке Аорта, пока нет, но эта модель принимается практически как аксиома, что наша Солнечная система окружена таким сферическим облаком, в котором находятся кометы, миллионы комет, и оттуда периодически приходят они в нашу внутреннюю часть Солнечной системы. Ну, вот доказательство того, что расчеты, которые были сделаны для орбиты кометы Хейла-Боппа, реальны. Недавно были произведены
наблюдения, удачные наблюдения этой кометы на Европейской Южной обсерватории на двухметровом телескопе, который находится в Чили. Ну и здесь вот вы видите в кружочке объект, который перемещается относительно, ну как бы, стационарных звезд. Да? То есть это, этот объект и был отождествлен как комета Хейла-Бопа, которая в настоящее время находится на расстоянии больше 30 астрономических единиц. То есть как раз она сейчас преодолевает вот область пояса Койпера и уходит дальше. Но еще один момент, который вот в нашем детективе является очень необычным. 2 года назад появилась серия работ, в которых моделирование образования облака Оорта показывает, что более чем 90% комет, находящихся в этом облаке, первоначально зародились в протопланетных дисках других звезд. То есть это не солнечные дети, а это пришедшие к нам со стороны. Таким образом, получается, ну, явная сенсация. Датчики прибора ЛЭНД видят в полярных областях Луны вещество других звезд. Более точно об этом мы можем судить, по-видимому, в ближайшие годы, когда будет осуществлен, ну, в частности, проект, называемый «Луна-Глоб». Над этим сейчас работают конструкторы нашего ведущего космического, одного из ведущих космических предприятий, научно-производственного объединения имени Лавочкина, который, как известно, наверное, многим, специализируется на конструировании, изготовлении и запусках автоматических станций. Вот такой агрегат, такая машина, как говорят на производстве, конструируется для исследования полярных районов. Ну, вы здесь видите специфические особенности устройства. Вот солнечные батареи стоят вертикально. Ну, как обычно, обычно они находятся горизонтально, потому что солнечные лучи идут сверху. А здесь этот аппарат будет садиться в полярной области, где, как мы уже видели, солнечные лучи скользят вдоль горизонта. Земля также недалеко от горизонта уходит, поэтому для связи с Землей вот эта антенна направленная, она не вверх направлена, а вдоль поверхности. Ну и, наконец, планируется бурильная установка, чтобы получить вот это необычное вещество. Ну, здесь, конечно, самый сложный момент предстоит решить нашим конструкторам, потому что, ну, если представить себе структуру поверхностного слоя, ну, то, что мы о нем знаем сегодня, по-видимому, слой низкотемпературных отложений будет находиться на какой-то глубине под покровным слоем обычного лунного вещества. Поэтому, чтобы до него добраться, нужно пробурить вот этот верхний слой, изолирующий слой, и попасть в то, что нас интересует. Ну, по нашим оценкам, толщина такого покровного слоя может быть от половины до 1 метра. Но сложность-то вот в чем. Ведь вот это все низкотемпературное вещество. И, конечно, на Землю нужно доставить его в первозданном, что называется, виде, не разогрев. А как не разогреть, если сам процесс бурения через трение, через напряжение, он повышает температуру и прибора, и окружающей среды? Ну, вот такая задача сегодня стоит перед конструкторами. Но, тем не менее, наверное, все-таки все эти трудности, они заслуживают того, чтобы их преодолеть. Ведь чтобы долететь
до ближайшей из звезд нужно потратить несколько световых лет. А чтобы долететь до предполагаемого нами звездного вещества на Луне, достаточно потратить всего лишь 1,5 световых секунды. Будем надеяться, что все трудности будут решены, и в ближайшие годы мы сможем потрогать, условно говоря, вещество других звезд. Спасибо за внимание. Меня зовут Евгений. Скажите, пожалуйста, аппарат предполагается когда запустить примерно? Ну, вот эта программа «Луна-Глоб» и «Луна-Ресурс», она предполагалась для запуска уже в этом году. Но, как вы помните, к сожалению, нашу космическую науку и нас тоже постигла неудача с аппаратом «Фобос-Грунт», который по-видимому, техническим основаниям не смог долететь до Марса. Поэтому руководство Роскосмоса решило перенести на 2015-2017 годы запуски вот этих аппаратов с тем, чтобы выяснить точно, что произошло с Фобос-Грунтом, учесть какие-то там недостатки, что были, чтобы не повторить ошибки на запусках. Ну, так что вот через 4-5 лет. Владислав Владимирович, а происхождение воды на других планетах, в частности, вот на Марсе, оно может быть объяснено таким же, атакой кометной, скажем так? Почему вот именно Луну облюбовали кометы? Здесь, я бы сказал, логика обратная, что мы берем Луну и пытаемся понять, откуда и что, да? Вот, и дальше выходим, я надеюсь, что я показал довольно убедительно вам, да, что мы выходим фактически на один ответ – это кометы. Если говорить о других планетах, то там, конечно, могут быть самые разные варианты. Я уже упоминал, что довольно распространена была гипотеза о том, что земные океаны, они также являются продуктом большого, концентрированного падения комет. Хотя эта гипотеза встречает и возражение, поскольку там есть такая деталь, как содержание дейтерия в воде. Вот для комет она одна, для наших океанов это отношение другое, и поэтому однозначно мы не можем решить. Что произошло на Марсе? Вопрос очень сложный, поскольку то, что вот сейчас находится, и то, что там работает прибор ДАН, который тоже в Институте космических исследований изготовлен и, действует под эгидой ученых из ИКИ. Там находятся ведь в основном подповерхностные воды. И существовали ли океаны на поверхности, вот это тоже вопрос, который вот так колеблется. С одной стороны, мы видим большое количество различных деталей рельефа, которые очень похожи, скажем, на реки, на русла рек и так далее. Но, с другой стороны, возвращаясь опять к небесной механике, Марс имеет массу, которая не смогла бы удержать значительное количество вещества в атмосфере и гидросфере. Поэтому загадка марсианских вод, она остается до сих пор загадкой. Спасибо большое. Мне так кажется. Добрый вечер. Немножко о происхождении Луны. Вот две альтернативные гипотезы. Одна, что какое-то тело, импактное тело выбило из Земли кусок, то есть Землю рассыпало, а потом образовалось два центра. И это
гипотеза, которой придерживаются американские ученые, в частности, вот фильм, который нам показывает в нашем планетарии американский, он именно такую гипотезу выдвигает. И альтернативная гипотеза, которая выдвигается нашими учеными, о том, что это общее облако, из которых два центра одновременно, и Луна, и Земля, вот как двойная звезда. Вот какой вы гипотезы больше предпочитаете? Ну, я бы сказал, что вы, в общем, ответили на свой вопрос, изложив достаточно подробно две существующих гипотезы. Ну, гипотезы, они на то и есть гипотезы, что сказать наверняка, что же было так или иначе, мы пока не можем. Долгое время действительно вот импактная модель, когда считалось, что тело типа, ну, тело массой примерно с Марс, по касательной соударялась с Землей, и вот кусок, так сказать, отколола. Это довольно распространенная модель, которой придерживается, я бы сейчас сказал, большинство специалистов в мире. Ну, автором вот противоположной недавно высказанной гипотезы является академик Эрик Михайлович Галимов из ГИАХИ. Вот, и он опубликовал в свое время, ну, подал статью, которая называлась типа того, что вот в противоположность американской мы родили свою. Ну вот я был рецензентом этой статьи, и мне очень не понравилась вот эта вот вещь, что выдвигаем мы не потому, что это по науке, а вот что в противоположность американцам. Ну, правда, он настоял на том, чтобы так оставить. Вот его, ну, собственно, это не новая гипотеза, она... ну, скажем, это модернизированная модель, которая развивалась в свое время Отто Юльевичем Шмидтом, что Луна и Земля образовались из, во время, вот, ну, образовались из того же газопылевого облака, которое вращалось вокруг Солнца, и там, как формировались все планеты, так же вот формировалась Земля и рядом с ней Луна. Правда, в модели Эрика Михайловича сейчас присутствует очень важный момент. Он, ну, у Шмидта были чисто механические основы и методика, метода сама чисто механическая. Вот у Галимова он привлек, ну, поскольку он геохимик, он привлек вопросы оценки изотопного состава. И вот, сравнивая изотопный состав Земли и Луны, вот он развивает так свою гипотезу. Ну, все это в процессе. Еще один вопрос. Подскажите, пожалуйста, а вот кроме кометной гипотезы, возможно образование вот этих вечной мерзлоты на Луне за счет внутренних каких-то резервов, пород лунных, изнутри, как бы конденсат такой? Нет, это абсолютно точно можно сказать. И почему так? Что это не так. А почему? Потому что мы знаем, что где-то 4 миллиарда лет назад на Луне, Луна, начался на Луне, начался период активного вулканизма. И если даже какие-то там вкрапления были, то вот в процессе образования морей, а результатом этого периода активного вулканизма и стало образование морей, это излившаяся из недр лава, которая застыла на поверхности. То есть, если там что-то и было внутри, вот эта лава вынесла все на поверхность, но она была горячей. Естественно, что при таких условиях все летучие рассеялись, не могли удержаться. Хотела бы спросить, существуют ли какие-либо другие, кроме кометной, теории научные того, как могла вода появиться на Луне? Или только там безумные, которые даже не рассматривают? Нет, существует. И вот как раз авторы этого прибора, Лэнда, они предпочитают говорить о другом механизме.
Механизм следующий, что солнечный ветер падает на лунную поверхность, а солнечный ветер – это у нас протоны, то есть это водород. А лунные породы все находятся в окисленном состоянии, то есть это окислы с большим содержанием кислорода. И вот здесь происходит при облучении водородом или протонами солнечного ветра облучение поверхностного слоя, происходит процесс восстановления, в котором, ну, скажем, если говорить об окислах железа, выделяется или выявляется чистое железо и вода. Вот такая гипотеза есть. Но почему я не отдаю предпочтение этой гипотезе? Во-первых, значит, вот я, как вы видите, приводил очень громадные числа массы. Значит, у нас у Луны, ну, даже не знаю, что, ну, с магнитного поля, может, начнем, да? У Луны нет магнитного поля. Значит, у Луны нет ионосферы. Таким образом, солнечный ветер не может двигаться по каким-то силовым линиям, чтобы попасть в холодные ловушки. Он движется всегда как свет по прямой. То есть попасть внутрь холодной ловушки и там вот произвести это восстановление из окислов, значит, чистого элемента и воды, вот как мне кажется, это весьма затруднительно. Правда, есть один механизм, на который указывают физики. Это то, что, ну, скажем, единичная частица, она может вот так скачками двигаться по поверхности и, в конце концов, залетать и в холодную ловушку. Да, в принципе, это возможно. Но представьте себе, ну, чисто даже не прибегая к расчетам, что эффективней? Вот такая единичная частица, которая случайным образом, скачками двигаясь, попала внутрь холодной ловушки, или несколько тонн вещества, которые сразу опустились в эту холодную ловушку. То есть, если смотреть, сможем ли мы по одной молекуле собрать такое количество воды, или сразу, так сказать, большой массой ощутить это поступление. Вот сравнивая то и другое, мне кажется, что следует отдать предпочтение кометному механизму. Ну, может быть, физики усовершенствуют свою теорию, придется отказаться от такого. Все бывает. Пожалуйста. Добрый вечер еще раз. Спасибо за лекцию большое. У меня вопрос относительно вещества, как скажешь, по гипотезе оно попадает из облака Оорта, да, и что до 90% объекта облака Оорта, возможно, происходит не из окрестности нашей звезды. А вот какой механизм здесь конкретно имеется в виду? Имеется в виду какие-то случайно проходившие когда-то мимо Солнца соседи или же по времени разнесенные звезды, которые когда существовали в окрестности? Или какой-то механизм захвата относительно стабильных наших соседей, скажем так? Ну, спасибо. Чтобы не вдаваться в область спекуляций, можно, конечно, построить много моделей. Вот я остановлюсь на почте фактов. Правда, фактов противоположных. Почему? Вот иногда есть такое явление, которое официально, ну, в науке называется кометный ливень. То есть, когда большое количество комет из облака Оорта вдруг устремляется в центр Солнечной системы. Уже это установлено, ну, по палеоданным, скажем, например, вот, что такое явление происходит каждые примерно 27-30 миллионов лет. И вот когда это было установлено, появилась даже гипотеза, что наше Солнце – двойная звезда. И вот спутник Солнца, двигаясь по очень вытянутой орбите, приближается,
к Солнцу. Значит, он возмущает орбиты комет, находящихся в облаке Оорта, и они вот кидаются внутрь Солнечной системы. Даже эту звезду назвали Немезидой, поскольку оказалось, что вот с таким же периодом, если по палеоданным опять восстанавливать историю, происходят массовые вымирания живых организмов. Ну, там известные динозавры вот, и прочее, и прочее. Вот, поэтому можно что можно предположить? Ну, вот это более-менее известно, поскольку это подсчитано. Что действительно какая-то гравитирующая масса, которая проходит между Солнцем и ближайшей звездой, скажем, она может нарушать стабильность вот не нашего облака Оорта, да, а стабильность объектов соседней звездной системы, когда происходит вот такой обмен веществом. Но это, конечно, я повторяю, что это вот некие спекуляции, точных данных пока на этот счет нет. Говорите о воде, а вода, она... Ее можно пить? Или она с высоким содержанием дейтерия, это мертвая вода, то есть... Да, это вопрос, и вопрос очень существенный. Вот на одном из моих докладов химики мне сказали, что у меня был такой тезис, что при освоении Луны, при постройке баз там и так далее, вот мы уже имеем какой-то, значит... То, что не нужно возить с Земли для обеспечения систем жизнеобеспечения. Вот, химики сказали, нет, это вам не удастся, потому что, скорее всего, вот химический изотопный состав лунной воды, он совсем не тот, который мы можем использовать. Вы правы. Скажите, а проводились ли исследования темной стороны Луны, там радиотелескопические или иные другие, и была ли разница в содержании вот этого водного вещества, так скажем, да, на той стороне и на этой? Во-первых, вот я хочу внести некоторую коррекцию насчет темной стороны Луны. Очень часто, особенно в телепередачах, не очень профессионально высоких, вот такой термин употребляют. Темная сторона Луны, она есть везде, когда меняются лунные фазы. Да? Вот вы видите узкий серп, а вот рядом темная сторона Луны. Значит, я понимаю ваш вопрос, вы, по-видимому, говорите об обратной стороне Луны. Да. То есть есть видимое полушарие, которое может быть и темным, и светлым, в зависимости от лунного дня, и есть обратное полушарие, которое тоже там есть свой день, есть своя ночь, в зависимости, как восходит и заходит Солнце. Сейчас довольно много есть исследований, и фактически, поскольку раньше это было принципиальным вопросом, потому что видимую сторону мы наблюдали с помощью телескопов, а обратную сторону наблюдать не могли. Но уже довольно давно и с большой подробностью обратная сторона изучена с помощью космических аппаратов, которые облетают Луну, и им все равно, что видимое полушарие, что обратное. И пользуемся мы в основном уже не телескопическими данными. В этом вроде нет смысла. И малые разрешения. Есть там свои, конечно, отдельные положительные стороны, потому что с Земли там что-то немножко мы можем больше делать. Но фактически в основном мы используем космические данные, а они одинаковы и для видимой, и для обратной стороны. Поэтому вот то, что я показывал в отношении полярных районов, они ведь часть находится на обратной стороне, часть находится на видимой. Но, в общем, ось Луны наклонена
на небольшой там градус, полтора градуса, поэтому такое разграничение четкое, оно не принципиально. Можно видеть из Земли, поскольку есть явление, называемое либрацией. Вот либрации по широте, когда Луна как бы наклоняется в сторону Земли, и мы видим там Северный полюс. Потом либрация по широте меняется, и мы видим Южный полюс. Ну, а и полюс, и часть обратной стороны. То есть формально с Земли мы видим не 50, а 59% всей лунной поверхности за счет того, что вот существуют эти либрации. И мы можем как бы заглядывать на обратную сторону. Ну, это именно так для таких общих наблюдений. А если говорить о строгой науке, то космические аппараты нам дают все возможности исследовать обратную сторону всякими путями, которые доступны. Если можно, такой вопрос. Вот если я правильно понял вашу мысль о том, какое кометное вещество накапливается в холодных полярных ловушках, то это кометы, которые пришли перпендикулярно плоскости солнечной орбиты, поэтому они попали в полюса, и там вот в этих ловушках хранятся, как в холодильнике, миллиарды лет это вещество. И это вода другая, которая из облака Оорта, которая происходит из не из Солнечной системы, а из других звезд, там на 90%. В то же время кометы, которые следуют плоскости Солнечной системы, они наши родные, наша Солнечная система, но они как раз и питали все планеты, и Землю в том числе, океанами, потому что на Луне как раз вот эти вот экваториальные, будем так говорить, кометы потом при падении полностью испаряются и не сохраняются. А в этой связи вопрос, если я правильно вас понял. Вот имеются ли надежные данные по спектрам короткопериодических комет в плоскости Солнечной системы и долгопериодических комет, которые перпендикулярны ей, которые показывали разницу этого вещества кометного нашего родного Солнечной системы и межзвездного. И, соответственно, можем ли мы надеяться, что, допустим, когда мы возьмем замороженную воду из холодных ловушек полярных областей Луны, что она будет действительно чем-то отличаться, от той же воды, которую мы будем иметь на Земле, имеем на Земле, или будем иметь на Марсе, и на других планетах, и, на спутниках Юпитера, там тоже льда много. Можем ли мы вообще, думать о том, что это будет другая по химическому изотопному составу, я вода, понял, или нет? Понял, Андрей. Но, к сожалению, ведь речь идет здесь о различии изотопного состава. А вот изотопный состав, спектральными средствами, насколько я понимаю, мы восстановить не можем. Это нужно иметь само вещество, и вот именно это вещество исследовать методами геохимии. А спектральные вот изотопы не берутся. Мы можем только химический состав, понять, что там есть сера, там углерод и прочее. А вот какой углерод, 20 или углерод там 10, спектры не дают возможности такой. Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, есть физическое объяснение тому, что у планет, а точнее у спутников планет, например, такого, как Луна, судя по Солнечной системе, не может быть спутника естественного происхождения. То у спутников нет спутников естественного происхождения. Есть ли физическое объяснение? И еще маленький такой вопрос. Ваше личное отношение не совсем по Луне вопрос, к правилу Тицио-Сабаде. Какое ваше личное отношение? Начну с конца. Правило Тицио-Сабаде – это... Насколько я помню, еще в XIX веке Французская академия наук решила не принимать никакие работы к рассмотрению, в которых использовалось правило Тицио-Сабаде, потому что это чисто так на пальцах эмпирический момент, который вот... сейчас с появлением, у Сатурна, у Юпитера, мы уже открываем десятки спутников, которые вот в такую простую систему, там 2 в квадрате или там 4 в третьей степени, они как-то не вкладываются. Вот, в отношении физической основы появления спутников, наверное, в каждом случае это
это надо рассматривать отдельно. Потому что ну, мы еще... ведь если у спутника есть спутник, то он гораздо меньше, чем сам спутник. Да? Вот, пока что мы остановились на размерах вот, спутников, мелких спутников, но все-таки больших планет. В этом плане вот мне представляется интересным то, что в нескольких случаях были открыты спутники у астероидов. Вот, вот тут тоже какая-то, да, вот маленькое тело само по себе, а у него еще есть спутник. Это в частности Гаспра. Когда открыли Гаспру, то увидели рядом небольшая точка. И в частности, вот когда случилось это челябинское событие, да, вот у меня первая мысль была, что ну, мы знали, что дальше летит астероид, да, следом за этим. Вот, что, может быть, это спутник того астероида. Ну, потом выяснилось, что это невозможно, потому что там и время не подходит, и скорость не подходит, и направление движения даже не подходит. Вот, что это не так. Но, в принципе, вот такое могло бы быть. Спасибо. Дорогие друзья, я думаю, что, наверное, мы закончим на этом. Наши ряды стремительно редеют. Я надеюсь, что слушатели отправились смотреть Луну и проверять все гипотезы, о которых сегодня шла речь. Поэтому мы благодарим Александра Владимировича. Спасибо. Спасибо.